Казанский федеральный университет уже много лет старается всеми силами поддержать вновь прибывших студентов и сделать их адаптацию в ВУЗе легкой и продуктивной. Так, Институт дизайна и пространственных искусств проводит ежегодный фестиваль длительностью в 9 дней, чтобы познакомить первокурсников со всеми возможностями университета. В программе мероприятий, лекции, квесты и даже экскурсии для иногородних студентов 1 сентября состоялась торжественная линейка, где студенты и их родители смогли ближе познакомиться с педагогическим составом. Сегодня у нас 1 сентября начинается традиционный ежегодный EDP-фест, фестиваль пространственных искусств в нашем институте. На протяжении 9 дней у нас будут студенты, первокурсники, в том числе и включение старшекурсников происходит, будут участвовать в серии мероприятий для того, чтобы они плавно из одного процесса учебного, который были в школе, перешли в университет, именно узнали наши ценности института, университета. На торжественной линейке также выступил президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов. Он поздравил студентов и пожелал им творческих успехов на тяжелом, но интересном пути. Он отметил, что очень важно серьезно отнестись к новому жизненному этапу, ведь первый курс – лишь начало творческого пути к успеху. Во-первых, с праздником, Днем знаний вас всех. Чтобы у нас этот праздник был удачным и открыл хорошую нашу полосу в жизни. Ну а у первокурсников это двойной праздник. Не только День знаний, но еще сегодня они вливаются в большой студенческий коллектив Казанского федерального университета, одного из ведущих и крупнейших вузов Российской Федерации. На заднем дворике главного здания уже бывшие школьники отметили вступление во взрослую жизнь. Каждый из присутствующих на открытии фестиваля был уверен, что начало долгому и тернистому пути положено, а значит и адаптация на новом месте станет в разы проще. Я думаю, это хорошая возможность, в принципе, познакомиться с однокурсниками, узнать как-то хотя бы в лицо преподавательский состав, в принципе, ощутить атмосферу праздника, потому что на протяжении 10 лет мы учились в школе, и это как бы продолжение нашего пути, поэтому я считаю, что это очень хорошая возможность, в принципе, ощутить студенческую жизнь. Ну, вообще, мне так нравится этот праздник. Здесь как-то уютно, комфортно, со всеми можно пообщаться, познакомиться с новыми людьми, поэтому нравится. Я считаю, что да, важно, как минимум, это способ встретиться со своими будущими одногруппниками, какая-то, первичная коммуникация, первичное знакомство с ними. Вот, это первое. Второе, само по себе сплочение, ты чувствуешь, что вуз тебя поддерживает, ты всегда знаешь, что ты пришел, тебя собрали, тебе что-то сказали, какое-то наставление. Ты не чувствуешь себя брошенным и, оставленным, так сказать, плыть куда-то по течению. 9 сентября состоится закрытие фестиваля Института дизайна и пространственных искусств, где первокурсникам торжественно вручат их первые студенческие билеты и проводят в новую жизнь, студенческую. До этого момента студентов ждет активное знакомство с творческими возможностями вуза. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.